Всем привет! Продолжаем знакомиться с картинами Франциско Хосе де Гоя Лусиентес. Испанский художник-гравер. Портрет Марии Терезы де Валабрия. Холст масла 151 на 98 сантиметров. Донна Мария Тереза де Валабрига и Росас родилась в Сарагосе в 1759 году. На портрете ей 24 года. Донне Марии была супругой Луиса де Бурбона, с которым познакомилась в Мадриде. Женилась 27 июня 1776 года. Жених был старшей невесты на 40 лет. Мария Тереза, дочь полковника кавалерии и графини де Торресекас. Так как невеста не была королевской крови, король Карл III издал указ, который запрещал его детям, заключившим марганатический брак, использовать титул инфанта и жить при дворе. Именно поэтому Донья Мария Тереза на протяжении 9 лет жила вместе с супругом и детьми. Она познакомилась с Гоей и заказала ему серию портретов всего семейства. Через 2 года после создания этого портрета супруг Марии Терезы скончался, и она была вынуждена вернуться в Сарагос. Гоя писал: «Его высочество осыпало меня своими милостями. Я написал его портрет, портрет его супруга, сына и дочери, и я угодил им так, как не угодил им до сих пор ни один художник». Вот все, пожалуй, что мне удалось найти о портрете Марии Терезы де Валабрига, автор Франциско Хосе де Гоя Лусиентес, 1783 год. Пока-пока, до свидания.